Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадибних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі 1 метра. Не залишайте непогашеного вогнища. Залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативно-рятувальну службу за номером 101. Вітаю вас в ефірі програма «Гаряча лінія» і я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Максим Грицаєнко. Вітаю вас, Максим Георгійович. Ну, традиційно почнемо з оперативної обстановки в області, чрезвичайної ситуації, чрезвичайної перешестя. Что у нас произошло? Какая ситуация? На сегодняшний день обстановка с чрезвычайными ситуациями и с чрезвычайными происшествиями в области контролируемая. Мы имеем по статистике 3 чрезвычайных ситуации, которые произошли в Николаевской области на сегодняшний день. Снижение по сравнению с предыдущим годом у нас порядка на 30%. Также на сегодняшний день произошло 173 чрезвычайных происшествия, где также снижение по основным показателям на 20%. Основной составляющей чрезвычайных происшествий на сегодняшний день являются это происшествия, связанные с гибелью людей на водных объектах, и ситуации происшествия, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов на территории Николаевской области. Несмотря на то, что идет общая тенденция снижения по линии чрезвычайных ситуаций и происшествий, все-таки на сегодняшний день в Николаевской области вызывает тревогу состояние и по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Именно количество пожаров на открытых территориях, количество пожаров в жилье. Одним из основных, скажем так, факторов это все-таки погодные условия, которые были. По данным метеослужбы нашей, что за последние 120 лет не было таких аномальных погодных явлений, какие мы наблюдали, особенно июль и август месяц. Это повышенная температура 37-38, местами до 39 градусов выше нуля, отсутствие влаги. Первые дожди мы наблюдали только с вами на прошлой неделе уже в сентябре месяце. Соответственно, и неосторожное обращение людей с огнем приводило к тому, что в сутки подразделения выезжали до 70 раз на ликвидацию малейших происшествий, связанных с загораниями, сухой травы, остатки после уборки урожая, мусор, несанкционированные свалки и так далее и тому подобное. Но с приближением уже более-менее стабильных погодных условий, понижением температуры, мы сталкиваемся с следующей проблемой – это пожары в жилом секторе, пожары в жилье. Одним из примеров – это тот пожар, который резонансный пожар произошел в Вознесенском районе в селе Щербани, там, где, скажем так, благодаря совместным всем усилиям, счастливой, наверное, все-таки случайности, удалось спасти жизни нескольких людей. У нас есть сюжет как раз вот об этой ситуации. Я предлагаю сейчас его посмотреть, и вы прокомментируете потом. Пожалуйста. Чи недобудованому будинку виникла вночі через закорочення дротів. На момент займання у ньому перебували троє мешканців, двоє чоловіків і дитина. Катерина Скрипкар, мати-одиначка, яка виховує трьох донечок, придбала цей будинок для родини і поступово робила в ньому ремонт. З дітьми неподалік винаймала житло. У цьому ж будинку мешкав батько, який переніс інсульт. Того вечора в приміщенні залишився ще її брат і восьмирічна донька. Спокій Катерини Скрипкар вночі перервав вий собаки. Тут було взагалі, тут не було, нельзя було пройти до хати. Все горіло, це чи ночі, це пленка, ДСП, оце підбивка, все оце таке все робилося. Побачивши, що дім палає, господарка зателефонувала до окремого пожежного поста, який розташовується в селі. Тут несуть чергування самі мешканці села. Пожежна частина за 50 кілометрів. Поки пожежна частина доїхала, то тут були б трупи. Да, побільше треба таких окремих робити підрозділів. По селах. Воно все одно допомагає.
Разом зі співробітниками окремого пожежного поста очевидці події сповістили і службу порятунку 101. Черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхав на місце події. Близько першої години ночі нам позвонили з села Щербаня, що горить житловий будинок, в якому знаходяться дитина та мужчина після інсульту. Ну, ми швидко зібралися і виїхали на допомогу Щербаням. Наслідки ж пожежі не зовсім втішні. Восьмирічна донечка Катерина, яка дуже злякалася під час пожежі, наразі проходить обстеження в лікарні. Крім того, родина, яка й так не мала достатнього доходу, втратила у вогні чимало речей домашнього вжитку. Одяг, меблі. Все знищив вогонь. Та, на щастя, усі залишились живі. Максим Георгиевич, пожалуйста, как вы можете прокомментировать эту ситуацию, в чем вот причина пожара и, может быть, какие-то советы, рекомендации вы можете дать? Значит, ну, по предварительной информации, которая была, и после обследования непосредственно уже места происшествия, предварительной причиной пожара является нарушение правил монтажа электропроводки хозяев. Также дополнительно люди делали перепланировку, постоянно пытались улучшить свои жилищно-бытовые условия. И получилось так, что в одном помещении находилось одновременно 3 человека, на окнах были везде решетки, дверь открыть было невозможно, потому что дверь была накалена, металл так, что руками его открыть было невозможно. И если бы отсутствие было этой сельской пожарной команды, которая находится непосредственно в Щербанях, а это мы должны понимать, это отдельный пост, где сами жители на пожарной машине несут. То есть этот пост был создан благодаря совместным усилиям органов власти и главного управления нашего. Такие на сегодняшний день порядка 37 постов существуют в районах наших. То есть жители сами несут дежурство. При поступлении сигнала на мобильный, городской, домашний телефон достаточно выехать одному, двум, трем даже человекам хотя бы и принять первичные меры по локализации и тушению пожара. И дождаться прибытия уже помощи профессиональной государственной пожарно-спасательной части. В данном ситуации так и получилось. Эта женщина позвонила, с ее слов, дяде Ване. Все же друг друга знают. Не такой большой Щербанин населенный пункт, который в течение 7 минут прибыли к месту пожара, помогли эвакуировать людей, спасти ее отца, спасти дочку и спасти брата. То есть 3 человек сельская пожарная команда спасла на сегодняшний день от реальной неминуемой гибели. И, как уже было сказано в интервью, 50 километров расстояние до города Вознесенска, где находится государственная пожарная часть. То есть по самым лучшим дорогам средняя скорость передвижения автомобиля 40-60 км в час, это минимум бы 25-30 минут бы наше подразделение ехало. Так и получилось. Могло бы закончиться все не очень хорошо. Конечно, конечно. Если бы не помощь сельской пожарной команды, то могло бы закончиться, к сожалению, трагически. Ну тогда выход какой? Создавать пожарные команды? Естественно, только развивать. На сегодняшний день в Николаевской области принято распоряжение губернатора о создании. Есть расчет необходимого количества созданий. Только в этом году уже было создано 7 дополнительно. До конца года мы планируем, что еще появится 5 таких сельских пожарных команд. Практически в каждом районе они есть. У кого-то большее количество, у кого-то меньшее количество. Ну, каждый год мы будем стремиться к создаванию все больше и большего количества данных подразделений, потому что они в первую очередь оказывают помощь тем же жителям, которые живут в этих населенных пунктах, в этих районах. Спасибо. Максим Гурнич, когда мы говорили о статистике, вы упомянули такие вот ситуации с взрывоопасными предметами. Я предлагаю, у нас есть тоже на эту тему видеосюжет. Давайте мы его посмотрим все вместе, а потом вы прокомментируете, какова тенденция вообще в таких вопросах. Пожалуйста. Родина жила незаможно, тимчасові заробітки знаходили, де можливо. В сім'ї підростає 3 хлопчиків. Сусіди розповідають, ніколи не чули лайок з цього двору. Діти завжди чистенькі та охайні. Один із способів заробити грошей – шукати металобрухт на полігоні, що розташований поруч. Цей трагічний вечір чоловік з дружиною розбирали знайдені предмети. Потім пролунав потужний вибух. Там був сильний взрив, все село слышало цей взрив. Мы все повыскакивали на улицу, начала гореть солома там. Так было, девочки, страшно, что это там не было, еще, слава богу, детей.
Сила вибуху була настільки потужною, що гуркіт було чути у протилежній частині села. Повністю зруйнована господарча будівля. Уламки від залізних предметів розкидані на декілька десятків метрів. На місце події відразу виїхали всі оперативні служби області. Під час перевірки на подвір'ї знайшли ще декілька вибухонебезпечних предметів. Пиротехнической группой было обследовано помещение, в котором произошел взрыв. На месте было обнаружено также 4 взрывоопасных предмета гранатометных выстрела ПГ-7. Остальные предметы уже были разобраны. Від вибуху зайнялася сусідня будівля. Вогнеборці оперативно приборкали вогонь, аби він не перекинувся на інші приміщення. Личный став, который прибыл к месту, непосредственно принял меры к безопасности населения, то есть огородил место происшествия, принял меры к тушению, чтобы не происходило дальше перекидывание на рядом стоящий дом. Наразі діти, які в результаті трагічних обставин залишились без батьків, перебувають у бабусі. Вони й досі не можуть зрозуміти, що сталося. Поховають подружжя на місцевому цвинтарі. Максим Григорьевич, насколько актуальна проблема таких ситуацій з взрывоопасними предметами? Можемо ли ми говорити о какой-то тенденции у нас в області? Да. То, что касается данной ситуации, хочу сказать, что это не первый уже случай в Николаевской области, когда в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами происходят трагические, имеем трагические последствия, то есть гибель людей. В данной ситуации, как было уже слышали мы из видеосюжета, пара, мужчина и женщина, занимались тем, что добывали металлолом. К сожалению, этот металлолом они добывали не там, где это надо делать. Использовали взрывоопасные предметы, причем боевые взрывоопасные предметы, для того, чтобы превратить их, извлечь из них какое-то количество металла и сдать потом пункт приема металлолома. В результате неправильного поведения с взрывоопасными предметами произошел взрыв с последующим возгоранием и дальнейшим. Это уже второй случай непосредственно в этом районе, в Николаевском районе. Количество взрывоопасных предметов из года в год, в принципе, у нас остается, выявление их остается в среднем на том же уровне постоянно. Можно разделить на две категории. Это плановое обнаружение взрывоопасных предметов, чем занимается наше непосредственное управление, и реагирование уже по факту обнаружения. То, что касается по факту обнаружения, в основном это при проведении сельхозработ, каких-то строительно-монтажных работ. Ну и самое печальное, самое трагическое, это когда мы уже выезжаем оказывать помощь и ликвидировать последствия чрезвычайных происшествий, когда неправильное поведение с взрывоопасными предметами. Хотя, найдя взрывоопасный предмет, любой нормальный человек должен сделать в первую очередь два звонка. Позвонить в службу 101, в службу спасения, позвонить 102 в милицию, для того, чтобы сказать, что где найдено, и обезопасить место обнаружения взрывоопасных предметов от посторонних людей. Не то, чтобы самому трогать, а еще и обезопасить. К сожалению, некоторые наши граждане пытаются с этого получить какую-то выгоду, что заканчивается, в основном всегда заканчивается трагически. А можно как-то отличить взрывоопасный предмет от невзрывоопасного, просто от металлолома? Люди этим зарабатывают. Как они должны это отличать? Значит, нами проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа. Не только в средствах массовой информации, а и с выездом непосредственно в учебные учреждения, с выездом в различные районы Николаевской области. Когда оздоровительный период, то это пионерские лагеря, детские оздоровительные лагеря, зоны отдыха. Любой нормальный человек, я думаю, в состоянии по внешним признакам определить, узнать в этом предмете, похожее на снаряд. Не надо выявлять четко, является он опасным или не опасным. Достаточно проинформировать о том, что предмет похож. А дальше уже довериться профессионалам, уже специалисты пиротехники будут разбираться. То, что касается плановой работы, то на сегодняшний день мы уже продолжаем третий год проводить работы по обезвреживанию Черноморского побережья нашего от взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Находятся, выявляем взрывоопасные предметы, к сожалению, и Первой еще мировой войны. Да, эти плановая работа проходит под постоянным контролем международной миссии ОБСЕ, которые не только контролируют нашу работу, но также оказывают и практическую помощь
В этом году наши подразделения Николаевской области получили спецодежду. Это водолазные костюмы, спецоборудование, лицевые маски, переговорные устройства, которых нам не хватало, катастрофически не хватало для более качественного выполнения работы. И буквально 9 сентября они приезжали уже с проверочной миссией смотреть, как мы проводим эту работу, качество проведения работы и как мы используем то оборудование, которое было международной миссией нами предоставлено. В этом году только на Черноморском побережье было выявлено более 2500 взрывоопасных предметов. Начали мы эту работу с апреля месяца и вот будем проводить ее до конца сентября. Соответственно, в следующем году опять апрель месяц, у нас начинается опять плановая работа. Работаем мы сейчас, это Кимбургская коса наша, Николаевской области, Очаковского района, и остров Березань, где были наиболее, скажем так, интенсивные боевые действия во время Второй мировой войны. И есть предметы, затонувшие остатки кораблей, взрывоопасные предметы, которые находим мы до сегодняшних дней. Максим Егорович, вы упомянули миссию ОБСЕ. Если можно, чуть подробнее. У нас с визитом были эксперты этой организации, mm-hmm. также представители Национального агентства противоминной деятельности Республики Азербайджан. Mm-hmm. Цель визита и результаты его, если mm-hmm. можно. Этот визит был второй в этом году. Это уже, как я сказал, проверочная их миссия. Представители Республики Азербайджан тоже входят в международную миссию. Да, преследовало две основные задачи. Это передача передового опыта, потому что на сегодняшний день Николаевская область, специалисты пиротехнических групп Николаевской области могут не только использовать, но и показать пример другим. Наши сотрудники работали и в зоне проведения террористических операций. В первые дни в Луганской области разминировали город Славянск, когда был заминирован газопровод. Водопровод были заминированы. Наши сотрудники Николаевской области принимали там непосредственно первичные действия. Нам сейчас демонстрируют видео, вот как раз работает этого визита. Да. Что здесь происходит? Это как раз прибытие миссии ОБСЕ было зафиксировано на остров Березань, где проводились в августе и в сентябре месяце работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Непосредственно на острове Березань был организован временный перевалочный пункт для хранения всех выявленных взрывоопасных предметов. Археологи, которые проводили там работы, были эвакуированы в связи с угрозой нежелательных, скажем так, возможных последствий чрезвычайных происшествий проводилось. Хочу сказать, что миссия ОБСЕ дала высокую оценку действиям сотрудникам главного управления, именно группе пиротехнических и специальных водолазных работ. Потому что большинство этих взрывоопасных работ нами извлекаются с морского дна. А глубины, на которых работают наши водолазы, это от 2-3 метров до 10-12 метров, на которых мы работаем. Миссия ОБСЕ была, скажем так, приятно удивлена той работе, которую мы проводим, использованию того оборудования, которое предоставляется. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество с ними. То есть да, по договоренности мы следующий визит их должен быть ориентировочно март месяц 2016 года. Это также визит с целью проверки, как мы работаем, и в то же время они рассматривают вопросы о том, дополнительное оказание помощи, благотворительной помощи по линии международной линии ОБСЕ для проведения работ по обезвреживанию Николаевской области от взрывоопасных предметов времен предыдущих войн. Можем ли мы говорить о каком-то обмене опыта? Может быть, ваши сотрудники тоже почерпнули что-то вот полезное из этого визита, чему-то вас научили нового, может быть, какие-то технологии, что-то было такое, или вы все знаете лучше их? Ну, знать лучше, это сложно сказать. У каждого своя специфика действий. У нас специфика больше, наверное, связана с работой в морской акватории. В других областях, в других странах это более, может быть, сухопутное. Значит, наши сотрудники проходили в этом году уже переподготовку и повышение квалификации. Проводились они в городе Одессе на базе Одесской области. Обучение было там водолазов-пиротехников и также обучение пиротехников. То есть мы не стоим на месте. Мы постоянно проводим повышение уровня, повышение квалификации наших сотрудников. Нельзя быть пиротехником узконаправленным, который работает только с морскими или водными предметами, которые ему нужны. Он должен знать и уметь все. Потому что, к сожалению, сапер, пиротехник ошибается один раз. И наша задача не допустить
такой ошибки. Ну и в завершении вот темы взрывоопасных предметов у нас есть еще один видеоролик. Я предлагаю его посмотреть, а потом мы продолжим нашу беседу. Пожалуйста. У разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками, схожих на боєприпаси, необхідно негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поряд, вивести або відвести на максимальну відстань усіх людей, не менше 100 метрів, намагаючись рухатись назад по своїх слідах. Позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його за допомогою підручних матеріалів – дощок, гілок, мотузок тощо. Негайно повідомити про знахідку в місцеві органи виконавчої влади, у Державну службу з надзвичайних ситуацій та у МВС. Чітко із зазначенням точної адреси місця знаходження вибухонебезпечного предмета. Очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, Державну службу з надзвичайних ситуацій та МВС, при цьому здійснюючи заходи з недопущення до небезпечної зони інших людей. И мы продолжаем нашу программу. Максим Георгиевич, изобретение николаевских спасателей заняли призовые места на конкурсе изобретательских и рационализаторских проектов в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности. Что это за изобретение и, собственно, что за конкурс? Значит, ежегодно в Украине проводится такой конкурс. Это рационализаторская работа, которая оценивается. Это те предметы, те изменения, те дополнения, которые предлагаются сотрудниками, непосредственно которые работают на земле, боевыми подразделениями для улучшения и повышения боеготовности наших подразделений. Ни для кого не секрет, что Украина очень богата, да, на талантливых людей. К счастью, у нас в главном управлении есть тоже такой человек, Кулибин. Человек, изобретатель. Да, человек, профессионал и фанат своего дела, действительно фанат своего дела, ему необходимо отдать должное. Это Константин Шпилевой, начальник группы аварийно-спасательных работ, аварийно-спасательного отряда специального назначения, который базируется у нас в Николаеве, в ракетном урочище. Это человек, который неоднократно принимал непосредственное участие и руководил проведением аварийно-спасательных работ при всех чрезвычайных ситуациях, масштабных чрезвычайных ситуациях. Если помните трагические события, в прошлом году взрыв жилого дома на Лазурной 40, взрыв жилого дома в Ленинском районе на улице Молодогвардейская 28, так. Хочу остановиться немного. Второй взрыв, который произошел на Молодогвардейской, Константин Шпилевой в тот момент находился в плановом отпуске. Находился в Херсонской области. Он через 2 часа о том, когда узнал от своих коллег, что произошла трагедия, произошел взрыв, проводятся разборы завалов, возможно, под ними есть люди. Он бросил все, прибыл на своем автомобиле, одел боевую одежду и сказал: я не могу оставить своих коллег без командира, и приступил к выполнению работы после того, как мы закончили уже. На следующий день продолжил свой отпуск. И вот этот человек, он занимается данной рационализаторской работой, предложил 2 изобретения, своих изобретений, которые уже использованы на практике и испытаны на практике при проведении конкурса. Да. Может быть, вы прокомментируете. Завоевал второе и третье место. Первое изобретение, которое это тренога универсальная. Она работает в паре с аварийно-спасательным автомобилем на базе УАЗ, который оснащен лебедкой. Используется для подъема, опускания в колодцы, любые различные, для оказания помощи людям, которые находятся там. Мы уже использовали данное устройство в Березнеговатском районе при обследовании колодцев, в Снегиревском районе и также в Ленинском районе города Николаева показало себя на практике. Также она может работать и при помощи второго спасателя, скажем так, в ручном, в ножном режиме. Данная тренога может устанавливаться на различных зданиях повышенной этажности, используется для подъема или спуска пострадавших, людей, различного оборудования, что значительно облегчает работу наших подразделений. И второе изобретение, которое было разработано Константином Шпилевым, это 6 багор, используются для подъема на различные высоты на деревья, что качественно сокращает время выполнения
аварийно-спасательных работ. Также может быть использована как багор для подъема поиска различных предметов с дна водоемов, что тоже неоднократно использовалось. Ну и второе его назначение – это подъем, как вы видите сейчас, в окно, в принципе, любого этажа здания. То есть это пока экспериментальные вот такие как бы экземпляры этих изобретений. Мы можем говорить о внедрении их в повседневную вашу работу? Два экспериментальных образца, они уже прошли свое тестирование, испытание и уже поставлены в боевой расчет нашего аварийно-спасательного отряда. После того, как на конкурсе завоевали второе и третье место, уже подготовлены все документы, чертежи, расчеты. Рационализаторская работа, в принципе, закончена. Будем дальше предлагать центральному аппарату Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для внедрения уже непосредственно этих разработок в гарнизоны по всей Украине. То есть какую вот оценку, какие комментарии получили эти изобретения вот от специалистов? Основная оценка их была очень простая. Все просто, элементарно, просто и нужно, и необходимо. И они были удивлены, когда человек с земли, скажем так, боевой офицер, который работает непосредственно с личным составом, принимает непосредственное участие, разработал это и доказал, самое главное, на практике доказал. Когда было два варианта проведения конкурса, либо непосредственно оборудование разработки привозить на место в Киев, но учитывая, что оно находится на боевом расчете у нас, первое, и второе, что громоздкое, добирать, отвозить его в Киев составляло определенные проблемы. То есть были подготовлены расчеты, чертежи, что демонстрировалось, и нарезки видеороликов, съемки с боевой работы, где использовался это при подъеме людей на учениях и так далее. Вся комиссия практически единогласно поддержала. Борьба была между первым и вторым местом. Мы заняли второе и третье. Будем стараться на следующий год. Максим Егорович, я вас благодарю за то, что вы нашли время прийти, за интересную беседу, ответили на все наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо. А я нагадую, что в эфире была программа «Горячая линия». Залишайтесь на телеканале «Миколаїв».